Вот она, станция Ховрина, точнее остановочный пункт. Все время мы снимали его сверху. Ну, как далеко-то. А теперь мы поснимаем его снизу. Такая вот светлая, уже в стиле МЦД построенная платформа. Достаточно длинная. Чтобы две ласточки сдвоенные вместились. Вот, соответственно, для каждостолбных электричек здесь получается крайние платформы и крайние пути, а посерединке проходят как раз скоростные, которые останавливаются не на всех остановках и для сапсанов. А вот за этим... Так вот, за этим сетчатым забором вроде как плохо видно. Ну, типа вот тут вот задел есть под ВСМ, плохо видно. То есть, по идее, здесь должно пройти еще два пути для высокоскоростного движения. Мы сейчас пройдем, здесь будем выходить, там временный вестибюль, хоть и говорят, что он будет постоянный, но он будет временный. Его когда-нибудь разберут, когда, конечно, ВСМ построят. На табличках еще пока не красуется надпись МЦД. И, кстати, пока это не МЦД, к сожалению, талончики здесь выглядят вот так. Вот это очень современно. Посмотрим, как это будет в реальности. Давай, сейчас пока просто посмотрим, как
как тут все выглядит. Пойдемте в другую сторону посмотрим. Да, не дает он быстро поворачивать. Это, кстати, да, вот местные дачи, которым все завидуют. То есть со всех сторон город. А там такие прям дачные участки. Табло, в принципе, более-менее информативно все. Как-то на Октябрьской железной дороге как-то все более по-человечески и с толком, с расстановкой все строится. Нифига не так. Нифига не так, как на других, скажем так, диаметрах. Вот, сейчас, собственно, во внутреннем павильоне посмотрим. Точнее, увидим переход, про который я говорил. Но, к сожалению, сверху, когда снимаешь, нифига не видно. И непонятно. То есть здесь действительно, даже когда эстакаду строили, хоть там и кто-то мне писал в комментариях, что две опоры уже не вписываются в проект ВСМ. Не знаю, посмотрим. Не будем загадывать. А, кстати, там что-то еще едет. Ну да, вот видите, там еще одна электричка. И чувствую, она немножко перекроет нам обзор. Ну да ничего страшного. Вот, единственный постоянный вестибюль, который здесь есть, он находится вот там вот вдалеке справа. Он почему-то особо не подсвечивается. Наверное, там подсвечивать особо нечего. О, а-ля метрошные такие штуки вот. С схемами. Электропоезд номер 67-19 до станции Москва отправится 20:35. Большое кольцо здесь указано. Очень информативненько. Круто. Электропоезд номер 63-88 до станции Крюково отправится 20:50. Ну, а еще пока не указано, что это будет. МЦД. Интересно, посмотрим. Надо будет пропустить их пассажиров. Так вот что-то старенькое едет. Ну, лавочки даже есть. В отличие от той же самой Долгопрудной. О, это 2М. Т2М 0,92. Немножко не смотрится. Чуть-чуть. Информатор еще не настроен, поэтому машинисты или помощники машинистов объявляют сами. Следующая Грачевская, это как раз бывший Ховрина. О, да так и убить можно дверями-то. Но нет, это звук разгона нет. Это вон ласточка отправляется. Сдвоено. Ой, Сапсан. О, сколько тут всего. Вот я как раз и говорил, для чего пути. Вестибюль МЦК напоминает. Наверное, даже сдавали одни и те же. Сверху это Хорда,
Сейчас я вам покажу. Вот этот переход, он в принципе временный. А вот здесь. Вот где-то тут должны проходить пути ВСН. Сейчас попробуем повернуть в другую сторону. Ну нет, не увидим мы там ничего. Говорят, что вот эти опоры две мешают. В принципе, один путь точно есть. Поэтому вот этот переходик, он точно временный. Даже по конструкции видно, что все это не на постоянной основе, а так. Там еще один. Собственно, одна опора северо-восточной хорды и вот симметричная другая. То есть, видите, здесь пространство точно два пути влезет. Вот. Как будут это делать вестибюль, перенесут его к другому краю платформы или как-то еще, неизвестно. Но это точно временная штука. Это 100%. То есть, постоянный только тот. Вы можете меня уверять, не уверять, но это точно так. И исследование сейчас уже, точнее, изыскание уже проходит по ВСМ-1, как минимум, до границ с Московской областью. До Крыкова точно. Чтобы они прям совсем-совсем отдельно шли. Там дальше видно будет. То есть, вот, ну, можете посмотреть, что это прям вот временка-временка. Я вот еще сомневался, но теперь точно нет. Даже теплового контура нету. Если вы обратите внимание. Даже нет теплового контура. Ну и, собственно, сейчас, ну вот, он прекрасно будет виден. Вот одна опора. Слева вторая опора. И вот он задел под ВСМ. И вот мы потом в тот переход попадем. Два пути высокоскоростной магистрали. Это 100%. Вопрос только когда? Я вам на него не отвечу, к сожалению. Как изыскательские работы проведут, так, собственно, и сейчас попробуем еще с этой стороны посмотреть. Ну, здесь да. Вот многие не говорили, что здесь влезет, дай бог, только один путь. Здесь да. Но будем думать, смотреть и ждать. Пойдемте посмотрим. Временно вести бы. Если, конечно, батарейка не сядет. Вот тепловой контур. Такими технологиями пользоваться. Где-то там северный вокзал. Ух, уже скользко. Северные ворота, да. Такой вот заборчик, чтобы там строительный мусор был, не видно.
Так, сейчас повернем, посмотрим. Ух, на какой НЛО. Низкооблачность. Собственно, вот времяночка такая вот. Ну ладно, на этом все.